Клянусь Аллахом, мои братья, наша религия — это честь, наша религия — это величие, это благородство. И жизнь пророка, мир ему и благословение, предназначена для возвышения человечества, а не только для мусульман, для возвышения всего человечества. А мы оставили ее ради чего? Ради чего? Ради блатной жизни и гангстеров. И это лживый образ. Клянусь Аллахом, мои братья, это лживое положение. Ты думаешь, что эта жизнь, брат, красива? Клянусь Аллахом, это мусор. Мусор, я говорю вам. Это не просто мой личный опыт. Дорогой брат, я видел это. Я варился в этом. Я имел дело с такими братьями. Я решал их вопросы. Они разговаривали со мной один на один. Клянусь Аллахом, это грязь. Мусор и погибель. У вас просто нет представления. Не обманывайтесь машинами. Не обманывайтесь этими нереальными часами, одеждой, ароматами. Не обманывайтесь. Обещание Аллаха в Коране. А кто отвернется от моего напоминания, того ожидает тяжкая жизнь. Так оно и есть. Это основа. Кто говорит истину, Аллах или Тупак? А, астагфирулла, брат, что ты имеешь в виду? Нет, дорогой, будь честным. Будь честным с собой. Скажи, как есть. Когда играет Тупак, звучат его биты, ты плачешь от его лирики. Будь откровенным, твое сердце вздрагивает. Да, мужик, да, братан, ты видел, как он это сделал? Ты видел это, видел то. Но когда говорит Аллах, твои уши становятся глухими. Выберите жизнь фараона. У вас будет вера, как у фараона. Как умер Тупак? Маша Аллах. Как он умер? Аллах показывает вам вновь и вновь. Все те, кто встали и последовали путем фараона, Аллах уничтожил их. И уничтожил их из-за вещей, благодаря которым они гордились. Разве Аллах не уничтожает их вновь и вновь? Но мы до сих пор следуем этим путем. Что Аллах Пречистом Всевышний говорит? Кто отдалится от моей религии, отдалится от моего поминания, кто отдалится от моего пути? Послушайте, мои братья, послушайте, это факт. Кто отдалится от религии Аллаха, для того Аллах обещал. Того ожидает тяжкая и суровая жизнь. Да, возможно, в твоих глазах это покажется блеском и шиком. Брат, посмотри на его тачки, посмотри на его деньги, посмотри на то, на это. Однако не смейте думать, что они счастливы. Не смейте думать, что они счастливы. Клянусь Аллахом, я просто раскрываю только то, что я знаю. Да, снаружи это имеет прекрасный вид. Но внутри это грязь и мусор. Идите, посмотрите. Идите и посмотрите. Молодые братья, которые выросли на этом, начинают стремиться к этому. Да, мужик, это путь, который я хочу достичь. Понимаешь, брат? Это путь, который я выбрал. Это статус, которого я желаю. Почему? И вы знаете, мы все виноваты в этом. Клянусь Аллахом, даже я. Даже я виноват в этом. Знаете почему? Потому что по правде, признаем мы это или нет, особенно религиозные братья, мы любим их жизнь. Мы прославляем их жизнь. Мы говорим больше об их жизнях в наших собственных мечетях, чем о жизнях и о том, что делали сподвижники и пророки. Когда мы одни среди друзей, «О, ты слышал, ты видел, ты то, ты это». Это все, о чем мы говорим. Что они носят, что покупают, что водят. А затем, когда мы видим, что подобное делают молодые братья, мы говорим, «А, мужик, это неправильно». Мы любим это, клянусь Аллахом, мы любим. Потому что мы прославляем такую жизнь. И сейчас молодое поколение, какие они? Что они хотят иметь? Они хотят иметь такой статус. Почему? Потому что такой статус дает уважение, быструю тачку. С таким статусом с тобой будут красивые женщины. Он дает третье, пятое, десятое. Однако вы не видите того, что он несет на самом деле, мои братья и сестры. И знаете, что самое грустное? Мы оставили путь пророка, мир ему и благословение. Оставляем наших жен, оставляем наши семьи. Клянусь Аллахом, мы бросаем наших матерей и отцов. Мы предаем все направо и налево, что дорого и бесценно, что на самом деле заботится о нас. Мы предаем это и жертвуем этим. И мы выбираем жизнь людей, которые, клянусь Аллахом, даже не думают о вас.